Меня зовут Анатолий Захарович Кашул. Я мастер производственного обучения детей начальной школы. Занимаюсь воспитанием транспортной культуры в начальной школе. Дело в том, что наши дети, особенно в начальной школе, они очень восприимчивы к обучению, но они не настолько готовы к участию в транспортном движении. То есть родители заняты на работе. Чаще всего детей воспитывают бабушки и дедушки, которые, в общем-то, не понимают всей социальной ответственности перед ребенком. Ну, в двух словах говоря, проблема заключается в том, что даже с введением новых ВГОСов, как мы говорим, новых стандартов, новых образовательных стандартов, проблема заключается в том, что обучение школьников все равно находится в рамках внеурочной деятельности. И поэтому родители считают необязательным отдавать своих детей на дополнительные занятия, якобы они и так достаточно загружены. И если бы эти стандарты, то есть здесь надо обратиться, конечно, к Миноборнауке с тем, чтобы попытаться внедрить или внести вот эту деятельность в основную учебно-образовательную программу.